Приветствую всех ценителей коллекционных карточных игр, а также больших фанатов вселенной Warhammer. Как вы знаете, уже стали потихоньку показывать первые карты несущих слова. И несмотря на то, что, в общем, новых механик пока нам так и не показали, ну, прям кардинально новых, да, того, что еще не было в игре, все равно, на мой взгляд, неискушенный, бирреры смотрятся весьма интересно, особенно... Мне понравилась карта, которую вчера показали. По-моему, она называется Курта Сет, Темный Апостол. Если не ошибаюсь, он стоит 5 маны, 5-5, и жертва, он призывает случайного высшего демона. И как-то это весьма болезненно, я так думаю, потому что... Ну, представляете, что будет, если на 5-м или 6-м ходу вылезет вот этот вот товарищ? Или вот этот товарищ... Да тут, в принципе, любой там... Что угодно. Ну, даже вот, особенно если вот такая вылезет туша, которая, в принципе, снова может засаммонить его в игру. Да, конечно, обеспечение 4, мы очень потеряем по темпу, но, во-первых, еще показали не все карты, и где гарантия того, что какой-нибудь Ларгар своей обилкой не будет отключать функцию обеспечения по дефолту. И как-то это получается весьма и весьма круто, особенно с учетом того, что ту карту за 5 мы, например, можем вывести, скажем, на 2 дешевле с помощью вот, например, вот этой карты. То есть на 3-м ходу мы вызываем существо 5-5, которое на 4-м может засаммонить высшего демона. Вот такого или вот такого. Опять же, нам пока еще толком не показали ни одного командира, но, как по мне, это весьма интересная карта, и я бы хотел бы ее покомбить. Если, опять же, она, конечно, не выпадет, все-таки у нее редкость очень высокая, но уже она меня так заинтересовала. Опять же, на первый взгляд, я, собственно, вообще играю на нубском уровне, но, тем не менее... Чем-то меня карта эта зацепила. Может быть, потому что я вообще люблю Легион Несущих Слова. Это один из самых моих любимых легионов, что в Ересе, что в Вархаммер 40 тысяч. Ну а на сегодня все. Такое вот быстрое включение. До новых встреч. Пока-пока.